Приветствую всех моих перекупов, которые смотрят за мной, следят. Приобрели для одного из наших клиентов. Он не перекуп, кстати, потому что много у нас покупают перекупы, но это не перекуп. Это клиент брал под себя машинку, купил. Делали ему предзаказ, ждали его, долго ждали эту машину. Где-то больше 4 месяцев, пока ее построили. Но она уже приехала к нам. Это TRX 2023 года. Абсолютно новый, абсолютно без пробега. Тоже как бы составляли список, что ему нужно в машине, что ему не нужно в машине. И, в общем, заказали, купили. А у этого автомобиля вот такой ключ. Этих ключей есть 2 штуки. Вот таких. Есть у него такая кнопка чудо, которая заводит его. 2 раза нажимаешь, и она его стартует. Кузов. Клиент просит у нас еще крышку восстановить сюда ему. Будем устанавливать крышку для закрытия. Фонарики есть 2 штуки, можно включать, они будут гореть внутри. Сюда будем одевать ему крышку устанавливать, чтобы сюда дождик, мусор не капал. В общем, вот такой красотун TRX. Рембар есть. Долго шли у нас дискуссии, есть крышка, которую можно поставить для рембаров или нету, с рембарами, потому что в основном продают крышки, которые, если рембара нету, крышка легко одевается, все, без проблем. Я проездил, проконсультировался у нескольких ребят, никто, в общем, них как бы нету таких модификаций, которые могут сделать. Но потом по факту нашли у дилера, прямо у дилера официала нашли крышку. Она одевается, в основном все крышки одеваются наверх. А эта крышка, ты сюда кронштейн устанавливаешь, кронштейн вот такой прям по верху, и потом ложится крышка наверх, прям вот так, вот так, зазор, за под лицо ложится, и все проходит вроде бы. Ну, будем еще это проверять, покажу вам по факту. Присутствуют подножки, это 6.2 суперчардж, мотор. Бешеный просто мотор, ребят. Вот такую красоту. Вентиляторы гудят. А салон не передать просто. Какой у него крутой салон. Экран у него, видите, уже полностью flat screen. Кожаный, черный, с красным сидушки. Элементы алькантары, красная нитка, симпатичная, вот такая алюминиевая плейта с VIN-номером, очень красиво смотрится. Также такие колоночки красивые с красными элементами внутри. Также и присутствует карбончик, ребята, здесь. Карбон есть. Карбончик есть, присутствует вот здесь. Алькантар даже сзади, народ, смотрите, перфорированный. Здесь обычная кожа, а здесь алькантара. Реально красиво. Также светится красиво на солнышке, потому что крыша открыта, потолок. Красиво светится. Вентиляция есть задних сидушек. Подогрев есть задних сидушек. Так, если у вас едут два человека сзади, есть вот такая для них подлокотничек, вот такой красивенький, очень симпатичный, с 2 кап-холдерами. Вот это все настоящая кожа, никакого дермантина, ребят.
RAM использует только лучшие, как сказать, кожаные элементы для своих автомобилей. Здесь присутствует подушка безопасности, колоночки, там еще одна подушка безопасности. Покажу, не буду я туда садиться. А, сейчас покажу вам, может кто-то не видел. Корики шикарные, с красной головой. И здесь есть еще такие маленькие рэмбаксики с линейкой. Вот. Туда можно прятать рыбу, чтобы рыбы инспектора не видели, когда вы на рыбалку поедете. А, сидушки еще поднимаются у него, забыл показать вам. Есть под сидушками еще такие места. Вот, там книжка, кажется. Вот, вот так поднимается. А сидушки можно вообще вытащить, здесь кинуть матрас и спать спокойно можно тоже. А, так, садимся за руль, закрываем двери, шикарная дверь, ребят, просто космические все вот эти плюшки, вот эта кожа, очень красиво смотрится все. А, так, теперь 17 миль пробега всего на этой машине, 17 миль. Делаем теперь старт, потому что сейчас машина у нас не поедет ни влево, ни вправо. Нажимаем старт, потому что мы завели ее с кнопки. Вот смотрите, я старт не нажал, да, нажимаю педаль. Она у нас не едет. Стартуем. Все, теперь она у нас уже полноценно работает. И вентилятор, как слышите, у нее сразу перестал гудеть. А полный бак бензина. А полный бак написано, что типа будет на 277 миль. А переводите, сколько это в километрах. А, так, крышу, я думаю, надо закрыть. Крышу, чтобы она не жарила. Закрываем ее вот таким образом. Ага, пальчик я опустил, она перестала. Вот так, чтобы здесь не так жарило. Вот. Здесь тоже у нас, смотрите, все в этом карбончике. Книжечка. Так. На машину заказывал на себя. В общем, чтобы ценник, ребята, вот такой получился. 110 тысяч. Это то, что клиент набрал. Вот здесь все, что он набрал. Опции. На вот такую сумму получилось. Ну и плюс, соответственно, услуги. Дорога там и все дела. В общем. Кому интересно, подобные автомобили, ребята, из Америки, пишите нам, звоните. Вам что-то купим, отправим. Данный аппарат у нас едет в Казахстан. В общем, здесь очень много опций разных, с которыми надо разбираться. Я с ними не разбирался. Очень много камер, смотрите. Камеры в зеркалах. Слева, справа, сзади камера, спереди камера. Еще можно какие-то дополнительные камеры вот добавлять. Раз, два, дополнительные камеры. Можно сделать вот так все камеры, чтобы было видно. Прикольно. Прикольно. Тормоза электрические. Беспроводная зарядка. В общем, вот здесь тоже карбончик, обратите внимание. Очень большой главбакс. Книжка тут. Подзарядка там есть. Вот. Там еще розеточка есть, вот одна. И здесь одна розетка есть. Вот. Пожалуйста. И тут две розетки. А, вот. Так, здесь что-то жарко прям. Включаем кондиционер. Вот так. Прям жара. А вот такие машины, ребят. А, лепесточки, пожалуйста. Подогрев, охлаждение руля. Руль тоже, посмотрите, какой. Кожа, алькантары, карбон. И вот такая голова рема. Очень симпатичная, богатая машина, ребят, реально. Никакой Ford, никакой там Chevrolet. Просто не сравнится с этой машиной. Я вам серьезно говорю. По качеству. По качеству. Рэм просто сила. Просто сила, ребят. Открою вам под капотом, еще покажу пространство. Так, где у нас вот?
монстр. 707, кажется, сил у него, ребят, если я не ошибаюсь. 707 сил. Для такой машины 707 сил. Вы представляете? Там монстр просто. Подписывайтесь, ребят, на нас. Делитесь нашими видюхами, кто ищет такие автомобили. Как частники, так и перекупы. Покупаем всем. Без проблем. Можем по предзаказу, можем показать, что есть в наличии, допустим, у дилеров. Четвертый месяц, 23-й год. И если подойдет, некоторые просто есть ребята, которые хотят прям точно, если они уже платят за машину 110 тысяч, то они хотят точно вот это и вот это, чтобы у нее было. Вот. А некоторые не принципиальные. Покажите по наличию, что есть. И им показываем по наличию, и ребята говорят, ну давай вот это возьмем. Вот. Так что ждем, ждем заказов от вас. В комментариях и в описании есть все наши координаты. Инстаграм, телеграм-канал, где мы подбор автомобилей делаем. Наши телефоны. Пишите, звоните. Ждем ваших заказов. Всем пока. С вами я, Виталик, Десант Транспорт. И вот такой чудесный TRX 700 сильный. Едет в Казахстан. Всем пока.